создали Демократический конгресс народов России для того, чтобы защищать права народов России, права на изучение родных языков, защищать то, что возникло в ходе тяжелейшей истории 19-20 века как результат борьбы народов и национальной интеллигенции за свои права, то, что было в какой-то форме сформулировано и потом воплощено в Советском Союзе, в советском проекте. Но не надо думать, что мы защищаем советский проект, потому что советский проект национальной политики был достаточно ограниченный. Он, конечно же, заставлял нас иметь дело с выдуманной историей. Он, главный плюс был в том, что, конечно же, языки, национальные языки, потому что такова была позиция Ленина, что надо поддерживать изучение национальных языков, советская власть не препятствовала изучению национальных языков, наоборот, способствовала. Современная власть хочет просто превратить страну в одну большую корпорацию. И разные формы свободы, разные способы сопротивления, консолидации людей она хочет уничтожать, действуя по принципу «разобщай и властвуй». Поэтому запрет языков, наступление на федерализм, то есть на права субъектов, на права народов, которые хотели бы видеть свои коренные исконные земли, не просто как какие-то губернии абстрактные, которые являются добычей крупного капитала, а в виде республик, которые защищают исконную территорию народов России, именно исходя из национальных, исторических прав этих народов. Поэтому я считаю, что федерализм, федеративные отношения, федеративный договор, договор между разными регионами, договор между Москвой и федеральным центром – это фундаментальная основа будущего не только Российской Федерации, но и Евразии в целом. Народы Евразии, свободные народы, зажатые между Поднебесной Китая и Большим Римом Запада, объединятся сами на основе уважения к национальным, самоощущению каждого из нас, на основе уважения к настоящей подлинной истории, не приукрашивающей трагическую память народов нашей страны, на основе уважения к языкам народов, к религиям народов, на основе социальной справедливости социального государства. Вот эта совокупность, союз народов, от имени которых будут выступать национальные движения, национальные партии, я не знаю, социал-демократические партии, партии, любая партия, которая признает национальную самодостаточность и субъектность народа, может представлять его интересы. Как вам сегодняшнее мероприятие? Сегодняшнее мероприятие мне очень понравилось. Оно было вполне в духе Алексея Анатольевича Навального, очень по-умному построено, очень разумно. И лозунг, который прозвучал в конце, что или вы допустите наших кандидатов, или мы придем под мэрию, это совершенно правильный лозунг, я считаю. Потому что надо просто понимать, что это не политическая борьба со стороны власти. Они не допускают кандидатов не потому, что это противоречит их политическим взглядам, или они боятся там. Просто потому что для них это коммерция, у них все места уже проданы в этой, в Мосгордуме. И когда, допустим, вот они допустят, допустим, Яшин может выиграть, да, по своему округу. Так что тот, кто уже занес туда в мэрию деньги, должен деньги ему потом возвращать, что ли? Деньги они возвращать не любят, они любят их тратить. Поэтому это коммерческий вопрос. Вообще, мне кажется, что вопрос надо ставить радикальнее. Мне кажется, что позор, что в Москве, в 10 или кто-то говорит, 20-миллионном городе 45 депутатов в Мосгордуме. Это что такое вообще? 45 депутатов. Чиновников, помощников у Собянина больше, наверное, чем этих депутатов. В Большом Совете Парижа, по-моему, 250 или 240, хотя 2 миллиона населения Парижа. Зато бюджет. В Большом парламенте Лондона 260 человек, еще не считая разного рода олдерменов там и так далее, которые имеют, ну там, да, и со стороны еще и средневековья идущая структура. Везде городские парламенты больших городов, это серьезные представительские институты. 45 человек в Москве, это просто синекура. Те, кто подсаживается на гранты, на деньги от мэрии, так или иначе будут просто голосовать за них. Зачем им это надо? Ну, они тоже понимают, такие как Косомара, как бы Баян, понимают, что это коммерция. Идут в эту коммерцию, решают свои бизнес-вопросы.
То есть мы имеем дело с конфликтом политическое, требование прав, свобод, делегирование голосов против неполитического, против бизнеса. Посмотрим, кто победит. Я на стороне политики. Вы еще не видите разделение России на два или там на сколько разделений? Нет, для меня Россия разделилась, Советский Союз разделился в 91 году. Для меня РФ является просто пятном на карте. Это просто обломок Советского Союза, это никакая не Россия. Я Россию прекрасно знаю. Россия – это Москва, Россия – это Курск, Россия – это Воронеж. Является ли Россия Дагестан или Чечня? Российская Федерация? Нет, она является Российской Федерацией, если соблюдается федеративный договор. Но я стою на антиимпериалистических позициях. Я не считаю, что какие-либо народы надо заставлять силой подчиняться другому народу, русскому там или какому-либо еще другому народу. Я считаю, что народы вправе сами определять свою судьбу, вправе сами строить свое национальное будущее и вправе договариваться на определенных основаниях между собой, как это сделали народы Европы, например. Народы Европейского Союза договорились, и сегодня, прилетая там в Вену, вы можете спокойно приехать, допустим, в Италию. А австрийцы с итальянцами убивали друг друга, моря крови пролили еще. 100 лет назад убивали друг друга. Или в Германию там, и вот как попасть в Страсбург? Прилетаете во Франкфурт, дальше едете в Страсбург, ближе, чем из Парижа. А сколько немцы и французы убили друг друга людей, прежде чем договорились? Я считаю, что будущее – это все равно договоренность и уважение друг к другу. Поэтому уважение к народам России, русским, татарам, чеченцам, ингушам, якутам, удмуртам, другим народам – это будущее. Я думаю, что надо не бояться формировать национальные движения, которые выступают не только с культурными лозунгами, но и с политическими лозунгами. Требования для своих народов на родном языке, которые необходимо изучать, социальных прав. Сочетание национального фактора и социального – это то, чего власть боится больше всего, имейте в виду. Она не боится требований демократии и конституции. Она скажет, вот у нас есть конституция, волшебная, написанная Эвзеевым, Румянцевым, там, Морщаковой. Кто скажет, что это плохая конституция? Там все там. Социальное государство, источником власти является многонациональный народ. Выборы всех форматов – ну просто блаженство. Не всякая европейская страна имеет такую конституцию, но она не соблюдается. Потому что они создают имитацию этой конституции. Но нельзя создать имитацию реальной борьбы за национальные права. Тут у них начинается тормоз. Поэтому они так жестоко бросают в тюрьмы русских националистов, татарских националистов, башкирских националистов, чеченских. Они так жестоко бросают всякого, кто в рамках требования национальных прав и свобод выходит за границу песен и плясок. Если вы стоите, занимаетесь национальной политикой, я был членом Совета по президенте по национальной политике, песни, пляски и какие-то там детские клубы, понимаете, где детей там полчаса в день там шепотом можно научить там родному языку. Зачем это надо? Нет, я считаю, что союз свободных народов, освобожденных от китайской экспансии, от западной экспансии, это наше будущее. Тюрки, славяне, угрофины, кавказцы, мы были всегда зажаты между двумя огромными империями с востока и с запада, и всегда противостояли этим империям. И мы вернемся на пути собственной истории. Это оккупация на нашей территории, она закончится, которая тут началась. И мы будем строить суверенное и независимое государство. Это, безусловно, будет союз свободных народов, объединенных социальной справедливостью. Другого формата просто нет.